Всем привет! С вами я, Антон Фестер. И сегодня у нас будет обзор на их. Начнем мы с капитана Арчера. Фигурки позже заказал на Алиэкспресс. Вот, сзади принт. Расческу снять сложно. Они по сериалу «Звездный путь Энтерпрайз» по первому, второму, третьему, четвертому сезону. По всем сезонам, короче. Так, вот у него фазер. У него нету второго лица, зато есть принты на руках. Это преимущество. Совместим полностью с Лего, вот видите. Стоит на Лего-платформе. И так может стоять. Это капитан Джонатан Арчер. Следующий, кто у нас под списку? Сейчас у нас следующий Дэдпул. Вот она. Она по третьему сезону в красном платье. Вот у нее фазер. Есть принты на руках у всех. Кроме у Вокса. Не падай. Фазеры. Один фазер бэушный. У каждого персонажа есть запасная рука. В описании будет ссылка на продавца. Следующий у нас доктор. Доктор такой. Они, кстати, очень подвижны. Вот у него уши. Прическа такая же у Спока. Во. Во! Лего так могут? Нет. У каждого есть подошва по типу ног. Или же это обувь. А вот и пол нету. У него сапоги. Вот Вокс. Второго лица ни у кого нету. Такой он радостный. Это пол какая-то злая. Следующий. Трип Такер. Его любят все девушки в этом сериале. Вот у него такая вот прическа, как у Бибера. Не как у Бибера, а как Джастина Тимберлейка. Вот у него. Как у всех. Красным. И звание первый инженер. Вот еще его карманы. Что ж. Не падай, не падай, тупо, не падай. Следующий у нас. Это Рид. У него такое же звание. Почему-то тут написано. Нарисовано, как у Трипа Такера. Наверное, его повысили. А Трип Такер в последних сезонах работал на другом корабле. В последнем сезоне. Вот такая у него вот прическа другая. Видите, второго лица нету. Вот. Топол было сложнее всего собирать. Так, надо нам быстрее. Следующий у нас это Хоши Сата. Название Энсин, переводчица. Видите, Энсин. Минимальное звание. Что-то такая. Вот у нее такая вот прическа, ухмылка и ноги. Она единственная в синем. Следующий у нас Спок. Вот это поворот. Вот у него. Он Спок по ремейку, по игре 2013 года, вот у него идентичная прическа, как у Фокса. Такая же прическа. Видно ли вам на камере? Смотрите, грязь есть. Ну, у всех есть грязь, но у этого Спока нет, не получается. И последний у нас. У Спока, кстати, фазер. У каждого есть фазер, 8 человек, 8 фазеров. У него какой-то сломанный. Вот смотрите, вот, например, фазер Тыполки. Вот видите? Бракованно. Или так специально, типа, сюжет такой. Следующий у нас, первый темнокожий, смуглый персонаж, фигурка. Это Мэн Визер. Он рулевой, Энсин также. Смотрите, вот его. Ну, он такой же, как у Арчера.
желтым. Сейчас я на паузу поставлю и покажу всем. Вот так у нас получилось. Два командира. Вот командир. М7. Два инженера. Ну не инженера, а один. Один вот этот Рид. Он не инженер, он офицер по орудию. Дальше. Три инопланетянина. Вот они. А, кстати, я забыл показать сзади у Фокса принт. Но он ничем не отличается. Это вот так сгибается необычно. Вот у Пол сзади вот такой принт. Ее бедра. Ну, сколько он такой? Такой же. И одна инженер, и одна исследовательница. То есть она должна быть рядом с доктором. Она переводит Гонский, другие языки. Стоп! С вами был я, Антон Фестер. Антон Сам, или же Антон Самый Быстрый. Подписывайтесь на мой канал. Я зря, что ли, купил это. Я это купил, чтобы сделать первый обзор. И чуть-чуть с ними там поиграться, сделать мультфильм или еще что-нибудь. Вот. Я купил до того, как и купили другие. Я заказал самый первый. Вот, за 367 рублей. Сейчас это стоит на 20 рублей дешевле. Но я попытал удачу, и я рисковал заказать это первым. Конечно, были грязи. Было еще что-нибудь. Но я это заказал первый. Что ж. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, в описании будет продавец и так далее.